30 столичных байкеров участвовали в первой акции по сдаче крови. Донорами выступили любители мотоспорта из 57 регионов страны. Их цель – помочь людям, как попавшим в аварии, так и просто нуждающимся. Но я надеюсь, что это как-то хоть покажет, что не только доноры, которые постоянные медики, ходят сдавать кровь, но и другие люди, байкеры тоже. Я часто лежу по реанимации, по больницам. У меня 25 переломов за 15 лет. Мне очень хочется, чтобы сегодня я хоть кого-то, но спас.